24 апреля на главной городской площади Краснодара прошел торжественный парад Кубанского казачьего войска, посвященный 30-й годовщине реабилитации казачества. В параде приняли участие почти 4000 человек, в том числе и казаки Северского районного казачьего общества. Муниципалитет представил 50 лучших. Под звуки оркестра парадные расчеты прошли торжественным маршем по площади. В начале 20 века казаки подверглись жесточайшим репрессиям. Однако 26 сентября 1995 года законодательное собрание приняло закон о реабилитации кубанского казачества. Сегодня казаки стоят на страже общественного и нравственного порядка, верны традициям и своему делу.